Так вот. Итак, это рум-тур, друзья. Значит, ну, понятно, это у нас входная дверь. И вот мы зашли. Значит, справа у нас вешалка для одежды. Небольшое одно зеркало. И шкаф-гардероб. Все сделано здесь. Вся мебель сделана здесь в бежевых тонах. Шкафчик такой, в принципе, можно здесь и одежду слева положить. И, соответственно, вешалки. Кстати, много вешалок. 8 вешалок. Так, идем дальше. Дальше у нас справа находится стол. Кресло, мне кажется, удобное. Вот такой вот маленький холодильничек. И холодильник, все, что находится в холодильнике, все платное. Здесь есть вот такие вот интересные штучки для мужчин. Есть такие интересные штучки для женщин. И есть вот такие интересные штучки для молодых людей, типа моего Вани. Да? И для всех любителей сладенького. И лиски. Так, 2 стаканчика, хотя нас 3. И вот такое вот большое зеркало. Большой телевизор. Наша тетя Оксана прилагается к номеру. Так, а если серьезно, ты не прилагаешься? Так, есть вот такой вот диван раскладной. Это большое дополнительное спальное место. Журнальный стол. Пол здесь у нас темный. Так, и... Вот такая вот большая кровать и 2 тумбочки рядом с кроватью. Освещение. Но освещение, должна я сказать, конечно, лучше, чем в отеле «Солнечный», когда мы приезжали. Но вообще вот так вот в отелях, я смотрю, на свете экономят. Потому что, в принципе, я бы сказала, что свет не очень яркий, но и не совсем темно. Так, вот такие вот у нас одноразовые тапочки. А халата, кстати, не было халата? А почему-то было написано, что халаты должны быть. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Душевая комната. Душевая комната вот так вот интересно оформлена. Справа как кирпичная стена. Похоже на кирпич. Не знаю, что это на самом деле такое. Может быть, такая отделка. Также интересно оформлено зеркало. Ну, понятное дело, что полотенце. И почему-то я думала, что будет ванная комната, а здесь у нас душ. Ну, на 2 дня, я думаю, что, в принципе, сносно. А вот здесь что-то гудит. А, это отверстие для труб. Можно я добавлю? Можно, и фен, кстати, для всех интересующихся. Отлично. На 2 дня отлично? Надо ехать с позитивом. Нет, мы, конечно, сюда... А, вот оно мыло-то еще жидкое было. Здесь... Здесь прилагается у нас 2 маленьких кусочка мыла, и вот какое-то жидкое мыло еще в наполнителе тоже есть. Но это 4 у нас, и нет здесь шампуней. И я, кстати, шампунь с собой не брала. Вот такой вот у нас номер. Ваня, который скачет, конечно же, в этом номере, потому что он у нас завтра будет именинник. И, собственно говоря, все мы здесь собрались из-за него. А сейчас пойдем с вами на... Выйдем на территорию. Наверное, сходим сегодня в бассейн для интереса. Так, что я хочу сказать. Почему мы, собственно говоря, приехали в гелиопарк лесной и что мы здесь делаем. Значит, у Вани у нас завтра день рождения. У нас, по-моему, телефон звонит. Ответит кто-нибудь? У Вани завтра день рождения. Так, я вот так вот, наверное, под свет как-то сесть, потому что очень плохой свет. Так, в общем, приехали мы сюда отметить Ванин день рождения. Сегодня у нас 14 февраля, заехали мы заранее, чтобы завтра непосредственно весь день, весь праздник провести здесь в отеле. Отель этот работает по системе «Все включено». Водичка бесплатная, как ты думаешь? Ну, сейчас все посмотрим. Когда постучусь, откройте, хорошо? Хорошо. Отель работает по системе «Все включено». Завтрак, обед, ужин. Какие-то напитки. Не знаю конкретно, какие напитки входят. Сейчас более подробно мы все это посмотрим.
Прокат спорт инвентаря – это коньки, лыжи. По-моему, здесь еще, ну, раз коньки, соответственно, здесь есть каток. Так, бассейн обязательно же. И, по-моему, детская комната, чайная комната. В общем, все вам покажем, все расскажем. Пока это был рум-тур. И сейчас, наверное, немножечко покажем территорию отеля. Оставайтесь с нами. Так, итак, поселили нас в 7-м корпусе. Мы быстренько побросали все свои вещи и пошли на разведку на территорию. В общем, здесь нет основного одного здания. Здесь корпусная система, то есть вот это вот корпус, где мы живем. Я так поняла, что здесь сколько корпусов? Ну, наш 7-й, 7 как минимум точно. Мы еще не со схемой точно ни с чем не познакомились. Но уже бегом-бегом, это называется у нас семейка Адамс. Бежим в спа-центр, в бассейн. В общем, хочется до ужина поплавать. Поэтому сейчас покажем вам бассейн. А потом, соответственно, после бассейна ресторан. Так, итак, семейство наше идет впереди. Вот это вот слева здание бассейна. А справа вот это вот такое красивое круглое здание. Я так понимаю, что это, наверное, у нас здание ресторана и анимации. И анимации. А вот там вот по сторонам везде у нас... Дедушка у меня пронесся. И не скажешь, что дедушка. Вот. Ух ты! А вот там, здесь у меня не видно. Ну-ка, сейчас попробую приблизить. Смотрите, елка. Елка все еще с новогодними украшениями. Хотя Новый год у нас уже закончился. Так. Жилет сейчас дедушка тебе надует. И так вот, в общем, пришли мы в бассейн. Так, и что здесь еще видно? Вот так вот. Мы в бассейне, а на улице там снег. Снег. А у Вани сбылась его мечта. Он сейчас немножко так покупается. У Вани первое погружение в воду. Плавать он у нас пока еще не научился. Поэтому по технике безопасности он у нас в жилете. Опа! Поплыл? На меня посмотри. Ты поплыл? Такой смешной ты. Ты такой смешной, Ваня. Ваня поплыл. Ну что, вот такой вот маленький лягушатничек здесь для деток. Я считаю, что вполне оптимально. Да, такое пространство? Немножечко сейчас Ванюшка поиграет у меня. Мячиком, да? Ух ты, какой мяч! Так, ну как-то в бассейне, как мне кажется, маловато света. Маловато света. Ну, может быть, еще не все лампы горят, не знаю. Вот такие вот прожектора горят. Ну, в принципе, все можно увидеть. Вот такой вот бассейн. Сколько же здесь длина, интересно? Наверное, 25 на взгляд. Но для меня самое главное, что здесь есть вот такая вот мелкая зона с бассейном для ребенка. И вода, ну я не скажу, что прям она уж прям вот совсем-совсем теплая, но 28 градусов, по-моему, нормально. А, кстати, вот она, табличка. 27 температура воздуха, 28 воды. Ощущаешь себя отлично. Ну что, попробуешь поплавать? Поплыть попробуешь? Но Ваня боится, воды боится. Вот. И вот оно все здесь отделено перегородкой. Здесь уже идет вот эта вот взрослая часть. Я сейчас буду плавать во взрослой, а Ваня будет плавать в детской. А тут вон тетя Оксана у нас. Отличная. Я тоже считаю, что вода очень хорошая. Так, а мама сейчас попробует поплыть с камерой. Да. А как ты думаешь, если он упадет в воду, он у тебя ничего с ним не будет? С ним ничего не будет, он же водонепроницаемый. А ты сможешь потом его достать? Телефон водонепроницаемый, если что, за ним нырну. Ну, вот такой вот кайф
телефона поплавать вместе. Почему нет? А вон он, Ваня. Ой, а кстати, здесь совсем мелко. Вань, ты учишься на мячике плавать, да? Хочу сказать, красота. Красота. Сейчас надо заработать на ужин и с чистой совестью идти на ужин. Так, решили мы пойти в сауну, а здесь нас вот такой сюрприз ждал. Вот такая вот винтовая лестница. Правда, уже очень-очень тепло, но спуск с маленьким ребенком, прямо-таки скажем, не очень удобный. Видите, какие лестницы такие узенькие. И, кстати, пожилому человеку, допустим, тоже будет не очень комфортно здесь спускаться, но зато есть табличка «Внимание, спортивная у нас сауна». Ваня у нас самый главный. Так, зайдем сейчас в сауну, посмотрим. Что сначала нужна сауна здесь обычная. Сначала это какая? Бассейн, а потом это теплая сауна. Да, вообще. Это 95. Не, это сауна вот именно, это не сауна. Не парная. Покажи Ваню. Вань, замерз? Да. А в сауне тепло? Да. Еще не согрелся. Ну у тебя хорошо нос сейчас, да, Вань, прогреется. Давай. Так. А сколько у нас в сауне температура? 94 градуса. 14 февраля. Это будний день. Да, день всех влюбленных, но будний день. Вот, допустим, муж сегодня с нами не смог поехать. Поэтому мы поехали без него. А там, кстати, в общем, сладкое. И кофейный аппарат есть. Можно сделать кофе, но я думаю, это будет у нас утром. Здесь у нас вино. Чай. Ты что решила? Вечером суп? Да. Молодец. Я шампанского взяла яблочного себе. Яблочное? Но оно немножко сладкое, но... Так. Помидорки, огурцы, салат. Такие салатики. Ну что я хочу сказать, что атмосфера сегодня довольно-таки праздничная, уютная. Какой-то такой полумрак здесь создали. Такие красивые шарики надуты в форме сердечек. Сейчас будет живая музыка, будут петь здесь. То есть вся такая атмосфера праздничная. Много детей с родителями, много молодых пар влюбленных, довольных. Мы очень довольны, что приехали в этот отель. Замечательно сегодня провели день. И завтра будет у Вани день рождения. До новых встреч. Пока-пока.